Знаю, будет ли с этого ролика ролик, видосик. Но 28 тысяч есть. Желание открывать есть. Чатик, вы в видосике. Начнем. Попытка выбить вот эту штуку. Вопрос, где берется вот эта штука, остается открытым. Типа, где подтвердить? Неизвестно. Но это ладно. Всем привет, дорогие друзья, дамы и господа. Мы сидим на продлении. 431 час, как штык. Космос, просто 12 штук. Поехали. Серьезно? Это просто космос? Татарин, привет. Типа не отсюда? 1000, хорошо. Да, можете передавать приветы, если этот ролик хоть что-нибудь соберет. Ну, в смысле, хоть что-нибудь выпадет с него. 3 кэса. Ням-ням-ням. Уже, как бы, считай, за 11 тысяч это все купили. Черный ящик. Дерьмо. Все знают. 750 рубль. Это было обещанный, как вы любите, я говорю. Ключей дает много. Мы сейчас, если остались запертые ящики, еще их пооткрываем. Но мы всю голду потратим. Мы потратим всю голду. Ну, не везет. Сюрприз, говно. Нужен не сюрприз. Блин, ну. Хочу танкоин. Хотя выбить танкоин, это все равно, что выбить 100 тысяч голды. Это практически невозможно. Еще раз. На всю голду. Рулетка неинтересная, заключи. Слишком дорого. Все, голды не останется совсем. Вот и лезьте, дети, потом в казик. Блин, сюрприз. Я уж, блин, обрадовался, что мистик дала. Отсюда начинаем, и здесь вот тункоин. Давай. Кэс, хорошо. Кэс, будешь майонез, мэс, пэс. 750, нормально. Стока-2 я тоже стока выбивал, но это очень тяжело. Ну, чтобы прям 2 раза. Но он у меня есть. Это компьес в голде. На секундочку. Нормально. Плохо. Ну, мы его сейчас все это мы сейчас прокручиваем. Здесь все идет в лутку. Все идет в лудоманию. Еще же куча контов, ну, тут понавыпадало, мы их тоже откроем. Ну, те конты, в которые я, конечно же, не верю. Ни капли. Опа. Ни хрена. Еще за 15 тысяч. Это 45 тысяч пошло уже. Уже 45 тысяч голды ушло. В никуда. Походу. Блин. Ну давай. Ну выдай что-нибудь, кроме коро. Что-то крутое должно выпасть. Мистик. Ой-ой-ой-ой. Транжира, да, что делать? Я тут уже 20-й день. Мне уже все равно. Я псих. Я сумасшедший. Меня уже ничто не остановит. Опача, пошла. Жара, жир. Жир слабый. Отсюда хавай. Еще, ну это гарант. Блин. Ну все, перестало давать. Запертых дало много. А в запертых там ничего такого особого и нету. Черных дало много. Да ничего, дзерт не падает вообще на самом-то деле. Если уж быть точным, за 45 тысяч голды выпал один танк. Сколько у меня осталось? 3200, похуй. До конца. Деньги брызги. Были. Е-бой. Так, пошли пооткрываем то, что там надавало.
11 тысяч осталось. Спасибо, 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 спасибо. Так, здесь есть конты. Я так думаю. Вот этому бустеры мы потом посмотрим. Немножечко контов упало. Давайте самые никчемные откроем. Черный ящик — это кака. У него никогда толком ничего хорошего не падает. Ну, 10 тысяч — это приятно. Ладно, тут ничего не скажешь. Собери их все. Тоже ничего не падает. И не соберется падать, я так понимаю. Да. Сюрприз. Ну... Ну, давайте их просто быстро откроем. 907. Астон Рекс, 48 Рампанзер, 260-й. Супер Консус, 30 МП, КЭС. Ну, если с каждого выпадает танк... Ну, да. Если бы с каждого выпадал танк, я был бы так счастлив. Ну, по крайней мере, там, где десятки. Нет. Не хочет и все. Хоть ты лопни, хоть ты тресни. Камуфляж, он у меня есть. Кинолезьте. Так, сколько у меня ключей? 5 ключей, открываем. Это у меня было. Ну, ясно. 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 Просто не падает. Больше чем 50 контов я открыл. И за них один раз только упало. Взвода катаю, но очередь большая на взвода, брат. Сжали булки, ягодицы. Все, что можете сжать, сейчас сжато. И нам нужен танкоин. Пожалуйста. Мистический сертификат. Это очень хорошо. Пожалуйста. Блядь. Космос взял, да. Вот прямо сейчас открываю их. Ну, танк хороший. Танк хороший, не поспоришь, но он у меня был. Так. 17 тысяч, еще на 15 тысяч влет. Итого 60 тысяч сейчас. 60 тысяч уходит. Вот на данный момент ушло 60 тысяч на мистике. Надежда только на один танк, представляете, при всем при этом. Ну, танк выпал. Если у тебя малая коллекция, то стоит открывать. Я тут бьюсь только ради танкоина. Только ради танкоина. Космос. А, ну это гарант. Блин. Если сейчас выпадет танкоин, такой ор будет стоять, вы охуеете. Опять все, 3 кэса. Ну это уже все. Это уже сейчас, то, наверное, та голда, что сейчас будет падать, наверное, уже. Ну, если только не 100 тысяч. Люди по два раза вон 100 тысяч выбивали отсюда. Я даже не знаю, с какой стороны, если выпадает он коин, то где он выпадает. Так бы хотелось Эриха себе на аккаунт. Так-то он, я на нем катался уже. Джон Вик Лудомань под моим стримом. Вторая десятка. Еще одна десятка выпала, синяя. Это, ну, это ни хрена себе на самом-то деле. Если бы я бездумно не тратил. Я сейчас жестко думаю, тратить ли мне уже 45, подожди, 60, 75, что ли, тысяч. А я не знаю, что это за подарок. Честно, не знаю, и я не знаю, как его взять. Собери их всех, не выпадет ничего. Бля, я походу буду дальше лудоманить. Капец, голду жалко. Дружище, чужое не жалей никогда. Раптом был, а раптом сгинул. Все. Юго, есть кому этот. Танкоин, 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 пожалуйста. 100 голды. 60... Это будет 75... Да как забрать-то? Это будет 75 тысяч голды. Ушло. Представляете?
Вот это лудомания настоящая. 1000. Сейчас еще накопится открыть. 500, 1500. Отсюда, пожалуйста. Ну, пожалуй, ну дай танкоин, ну, пожалуйста. Тебя очень прошу. Я даже 100 тысяч голды так не рассчитываю, как на танкоин. Тем более, что его закинули сюда. Еще 1500 косидямбра. Крупно. Как я... Ох, татарин. Зебнему. Блин, ну не дает. Сейчас прочитаю. Космос, ящик, говнящик, блин. У вас есть хоть один знакомый, реально знакомый, которому с черного ящика дропнулось все до конца? Ну, последний ящик. Я манал. Анал карнавал. Поехали. 75-190 тысяч голды. Я не остановлюсь. Представляете, сколько я контов открыл? Есть математики? Или не бывает математиков в чате вообще? Второй коро! Что это? Что это? Два коро? 10 тысяч показалось. Лудим, жесточайше. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Це ноль, скорее всего. Я вообще с него не ухожу. Твоя мама хай, ну давай. Ну все, что нужно, это танкоин. Не надо ни подарков, ни цветов, ни внимания, а только чтоб осуществилось желание в день рождения. Считаю, что у меня день рождения, игра. Я стрим не выключал с дня рождения. Дай танкоин. Ну дай. Сейчас пойдем купим. Блять! Второй МЛЕ. Два коро, два МЛЕ. Я не представляю. Все, я сбился со счета. Пожалуйста, тот, кто будет смотреть этот видос. Или тот, кто будет его монтировать, потому что это буду не я. Посчитайте, сколько я открыл коробок и сколько потратил голды. В итоге, кстати, я останусь с нулем. По факту. Ну, либо с Эрихом. Тут все. По-другому никак, третьего не дано. Тихатка! Блин, а? Дай, ну дай танкоин. Кэсик, хорошо, кэс приятно. Ай-яй-яй-яй-яй, 7 дней према, ура! 7 дней према, моя любимая! 7 дней, ох, еще раз дало! Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Соточка, ну не 100 тысяч. 100 тысяч, 100 тысяч бы, сейчас бы лудили на 100 тысяч. Клянусь, выпадает сотка, сливаю вместе, собери их все. Сейчас допизжусь, блядь, и выпадет сотка. Блядь. Ну, пожалуйста. Дай танкоин. Восьмерка, за нее компес уже в серебре. 14300. Подожди. Ура, 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 7 гипрема. Ура, ура, ура. Ура, 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 ура. Да хватит, но уже не смешно. Бум-бум-бум-бум-бум. Ключи были. Один ключ. Давай. Обалдеть. Тут не только казино, брат. Тут уже за сотку ушло. Понимаешь, голды. Тут такие дела крутятся, тут такие воротилы бизнеса, тут акулы. Акулы. Никогда с этого дерьма не везет. С этого дерьма тоже не везет. Уже очень давно. Этих тоже открываю быстро. Сервак. Просит человек, надо смотреть. За ноль, да, я же говорю, я с него не ухожу. Ой, блять, поехали дальше. Суперкоин должен выпасть, Калибан уже выпал, Бизонты, Химера, Ромпанзер, Калибан еще раз.
Что-то там происходит, не знаю что. 500 голды. Сейчас мы снова 15 тысяч получим. Сие девятка. За нее голда. Боже, я лутоман. Заш, зачем я это делаю? Макс, остановись, пожалуйста. Пожалуйста, остановись. Никогда я не остановлюсь. У-а-а-а. У меня есть. Мистический контейнер 3-го уровня. Ёб твою мать. А если сейчас 500 тысяч упадет? Анимированный танц символичный, столичный, водочный. 3-й уровень. Твою мать. Ой, это 3-й, второй был. Вот 3-й уровень. 500 тысяч голды, дай моё. Пятихат пойдет, я согласен. Летим дальше. Я говорю, это все, математики невозможно. Нету в мире столько цифр, чтобы узнать, сколько я сейчас потратил голды. Нету просто в принципе, в теории, ну даже вот просто нету начертательных таких. Блять, что я говорю? Вы поняли. Это дичь. Тут за сотку голды уже давно ушло. Сейчас мы еще и коробку ту откроем, наверное. Которая нахер не нужна. Я не пропустил там, надеюсь, пока воду пил. Ничего. Может там танкоин выпал, я не увидел. Но это вряд ли. Ну все, смотри, все, не сыпет гадина. И как я вам и обещал, мы останемся с нулем. 2000. Кстати, может выпасть танк, которого у меня нету. Супер першинг-то никто не отменял. Ну все, осыпет уже по-козюльному. Чисто по-козюльная пошла насыпка. Да я понял. Все, по-козюль. Пошел по-козюль. 750, несерьезный разговор. О! Мало. Мало огня. Я хочу еще немного коро. Третье коро. Кто умеет считать до трех, вы сейчас просто должны охуеть. Ебаниссимо просто. Бывает мороженое, блядь, йогурт даниссимо, а это, блядь, стрим ебаниссимо. Охренеть, мистик. Сколько же здесь попыток. И нету танку. Я все ради танкоина делаю сейчас. А прикиньте, выпадет 3000, я видел. А прикиньте, выпадет танкоин, и я потрачу его на этот. На 30 тысяч голды, чтобы еще покрутить. 30 дней према, заебись, блядь, 30 дней. Сюда. Чувствую танкоин. Блять, ну я же чувствовал. Невидимая рука лес. Это что-то невообразимое. Охренеть. Старые добрые открытия вернулись. Мать моя женщина, отец мой мужчина. Очень нужен математик, который сможет просчитать. Чирок, здорово. Запертый конт сюда. Пиздец. Все, на серваках не осталось контов. Это уже все. Это уже... Ой-о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 й. Братьки. Ну, братьки, за серебро он у меня есть. Бам-бам-бам. Я же говорю, если у вас нету танков, типа, оно прямо гипер стоит того, чтобы открывать. Становись, тебе сейчас в рот дадут. Да я такие хуи сосал, блять, вам не снилось. Ну, давай, пожалуйста, танкоин, дай. Ну, пожалуйста, я уже просто прошу. Невозможно сосчитать, сколько открыто, что... Еще одна синяя десятка. Ой, блядь, пацаны, пока оно дает, открывайте. Это сколько синих десяток? Да я сейчас сам буду синяя десятка, клянусь.
Можете звать меня Синяя Десятка. 7 дней приема, ура, блять, 7 дней приема. Хорошо, со старта хорошо. 500 на кармашек. Это чисто на Пивковича. Мало, мало, мало. Танкоин, 100 тысяч, танкоин, давай. Давай, 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 давай. Уже больше 100 тысяч, сильно больше ушло. 1000 опыта свободного. Ух, танки прокачаем. 200 голды сюда, 7 дней према. Ну, я обожаю. Давай, хорошо пошло. Плотно. Мах. Отлично. Танкоин. Акула. Есть у меня. Блять, ну танки-то выпадают, это дохуя, но у меня все есть. Тес, судьба. Боже мой, боже мой, боже. Когда же он остановится? А сколько там контов нападало, которые мы еще не пошли, не открыли? Пиздец просто. Это, ну, вы понимаете, что вы сейчас смотрите на то, на что нельзя смотреть? Это определенно и точно незаконно. Я уже скипаю анимации. Еще. Я не знаю, я все, я сбился со счета. Какой сегодня день недели? Какой за стенкой год? Блять, что происходит? Мало, мало, мало. Отсюда крути. 3-й. 3-й, блять, МЛЕ. 3-й МЛЕ, блять, я ебанутый. Мне нет покоя, блять, швам факули. Пиздец просто. Тут уже 200 тысяч голды, наверное, ушло. Я пошел... А, ну, ты придешь, блядь, я еще буду крутить. 200 голды, контейнер-сюрприз. Просто космос. Козюлю нацепил на микрофон. Ой, блядь, пацаны, это пиздец. Это 7, что ли, синих десяток уже до доста-то. Это раза 3 по 10 тысяч. Это так, что я могу просто представить. Кэсик сюда. Кэсик на кармашек. Отсюда крути. Отсюда крути, блядь. О, все, нету денег. Сейчас будет. 100 рублей. Мало, мало, мало. 13 тысяч. Ура, према дали. Ура, ура, ура. Отстань, а, со своим премом, пожалуйста. Ты видишь, что у меня лутка, игра. Поехали дальше. 8 мистиков, ёб твою мать. Ну, сейчас еще накопим. Черный ящик 3-го левела, кстати, дало. Черный ящик 3-го левела. 3 коро, 3 МЛЕ. Кстати, да. Кстати, пошел бы я нахуй, да? Не дает, не дает. 1000 это гарант. Ну, с этим. Собери их всех, у меня почти все есть, поэтому и не дает ничего. Бизонте. Кэс на ланс. А, ну это Кэс. Астронрекс. ТЛ. Выпадал, кстати, девятка. ВК-90 должен упасть. Мне нужна голда. Не интересует. ВК-90 упал. Жаль. 500. Неинтересно. Астронрекс 10 тысяч не дало. ТЛ-ка падала сегодня уже, поэтому вряд ли. ГСОР не особо нужен. Лансен тоже соточка, нормально. Соточка на кармашек всегда хорошо. Поехали. Тут тоже может выпасть танкоин. Блин, 7 контов, мы до гаранта не дойдем. Ну вот самые невезучие пошли, конечно. Я в своем познании настолько преисполнился. Мне этот мир абсолютно понятен. Блин, это уже пугать начинает, если честно. Жесть. Как она есть. Что вы думаете? Вы что думаете? Вы что, вы вообще хоть что-нибудь думать вообще думаете или нет?
Ебануться, туфли гнутся. 500 сюда. Ключик дали, кстати. Там не помню, мы ключик тратили. Мистик еще. Дракула. Какой? Второй раз Дракула. Мало. Мистик. Ё-моё. Отсюда крути. Не хочет. Не хочет давать. Ну не везет. Ну нету везения в игре, понимаете? Не везет. Просто вот не везет и все. Ну вот не дает, что мне надо. Ну пожалуйста, ну дай танкоин. Ну я столько их открыл. Ну это уже нечестно. Уже ребята во дворе будут хохотать с меня. Если ты мне не дашь танкоин. Ну надо, чтоб дало. Дичь, просто дичь, что творится. Просто ебануться. Мало, 7 гипрема есть сюда. Так. 14200, мне надо 600 голды. Боже мой, ну как же это раздражает. Есть чем открыть? Есть. 100 голды есть. Неоновый, шмеоновый. 300 голды, Павлик. 200 головы голды, все. Не падает. Собери их всех. Собери их все там, все-таки, а не всех. 10 миль за миль компес не голдой. Ну, 500 голды. 5 мистиков. Нет. Нету. Ну, я имею в виду, что танкоина нету. Ну и 100 тысяч тоже нету. Ну давай, ну давай! Ну какое-то невезение пошло. Что-то на невинный... 500. Там точно набралось на еще одно открытие, да. Ну, есть мнение, что это последний заход. Я просто, блядь, все. Тут неимоверное количество голды прокручено. Кэсик упал. Кэсик всегда приятно, правда? 5 кэсиков тоже хорошо. Нормально. 2, ну, 200 это уже такое. Вот 5 кэсиков хорошо. 750, ну, ми-ми-ми. Да, о, пошло, пошла жаришка. 5000, ну, голды бы. Так, 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 так. Мистиков. Мистиков дает, заметьте, под конец пошли мистики. Ох-ох-ох, что ж ты делаешь, горох? 750 мало. Давай. Ну, ты можешь дать. Я в тебя верю. Никто не верит в тебя, игра, кроме меня. Я самый оптимистичный игрок World of Tanks Blitz. Давай. Девяточка золотая. Ну, в смысле, голубенькая. Сюда. Это вообще возможно? Это бывает? Вы такое видели? Я только в кино. Охренеть просто. Охренеть. 500 мало. Мало, мне 500 мало. Абсолютно. I'm out of low. Кстати, 100 тысяч тоже не падает. Типа, очень много контов. И 100 кэсов я еще не видел. Я не знаю, могут ли здесь упасть 100 кэсов вообще? Вроде могут. Меня интересует только танкоин. Исключительно он. Танкоин. Ну вы поняли. Очень слабые конты. О! 100 рублей. И еще один космос. Это нормально. Россия, привет. Витули. Так, ну давай. Бесконечный видос. Это не должно заканчиваться никогда. Прикольно, что по факту-то я 30 тысяч потратил. Ну, типа, не считая тех, что выпадали, я потратил своих 30 тысяч и не выбил ничего. Ну, кроме миллиарда этих бустеров, фигустеров, дни према и так далее. Получается, что это не везение. 11 тысяч.
не раздражающий Непрема. Вообще не раздражает. Так, мусорка. До свидания. Не выпадет ничего, я знал. Два Глебанксор. За них компес не голдой. Из них ничего не выпадает. Да. Все, последняя надежда. Больше надежд нет. Просто все, это конец. Это фиаско. Последний. Может, ключи есть? Может, и есть. 12 тысяч. Все, мне уже не хватает. Мне уже на мистике не хватает. Ой, на мистике. На этих. Ну, чё тут уже? Ну, добиваем. Танков, ну, типа, если бы у меня не было танков, вообще, в принципе, бы не было, то, конечно же, это очень крутое открытие было бы. Супер крутое. Но, как видите, выбить танкоин действительно трудно. Без шуток. По-настоящему трудная задача. Купи голду. Я тоже так думаю. Но на этом останавливаться нельзя. Видосик мы приостановим. Ебануться, сколько! Я так много не видал, наверное, ни разу. Ебать. А танков этих насобиралось, нет? Кстати, этих танков не насобиралось. Ошалеть. Это с 30 тысяч, вы понимаете? Одну минуточку, надо кое-что сделать. Получил голды, пора голду потратить. Не знаю, добавится ли это в видос. Если добавляется, то дополнение. Фух. А еще немножко лутки. А, ну, гарантовский гарант упал сразу. Значит, будет два гаранта. Ну все, тут уже, тут надо, чтобы... Опять очень сильно повезло, короче. Ну, мистиков дает. То, что дает мистиков, это прямо хорошо. 10 тысяч свободки. Ого. Хорошо, я тоже сейчас по полудю и отойду. Только, ну, 15 тысяч там не наберется, by the way. Как бы не хотелось. Вот мой... Ну, только если десятка выпадает... И то, ну да, десятка должна выпасть. Тогда мы что-то там сможем. Пожалуйста. 3000. Ну спасибо, 3000 это хорошо. Но хотелось бы, конечно же, танкоин. Танкоюливин. 1000. Да я погляжу тоже в минусе, да? Я видос записываю, если квас сделает... 10 тысяч. Ну тут 5 тысяч отбить сейчас, я не знаю. Есть ли шансы? Не, ну шансы типа на 5 тысяч есть всегда. Это да. Ну собери всех можно. Ну КС, КС, КС гарантом. Угу. Сюрприз. Суперконь Юра. Ну если суперконь Юра падает... О, да. Пожалуйста, ну танкоин. Ну нужен танкоин. Жорик, здорово. Твою мать, ну. Грантовский мистик второго уровня. Вообще, мне АТ с первого ключа. Охренеть. 50 ключей на АТ я открывал. Ой-ой-ой-ой-ой. Ого! Вот такого давно не было.
Блин. Ах. Десяточку дай. 130 пм. Ну вот, все. Вот теперь снова все. Вот теперь мне уже неоткуда брать голды. Два предложения и чё? Я тоже подумал, что 50к, если честно. Так, тут еще голда есть. 13400. Ну, 2000 голды не хватает. 94 ключа люди тратили. Охренеть. Блин, ну вот чуть-чуть. И все, я уже не могу покупать ничего другого. Ну, ёпсель-мопсель. Ладно, не везет. Ну, ладно, везет. На самом деле, я ведь не такой. Я ведь не злодей. Ой, нахуй я тебя запинил. Короче, во все тяжкие. Это не ты повелся, брат. Это я повелся. За каким-то хреном продал танк. Кто не рискует, тот не пьет. Я принес двушку. Че это? Че это не пьет? Погнали. Боги рандома. Пора. Вот сейчас пора показать свою силу. И даже майку снял. 750. 2,5 кэса, да, мы должны отбить. Хотя бы 2,5 кэсера. Кэсера. Идут, значит, 2 кэсера. Один в кепке, другой тоже пизды. Ой. Это не про них анекдот. Давай, 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 давай. Тонкоин, тонкоин. 30 тысяч голды можно забрать. Танк не буду забирать. Шучу. Надежда есть всегда. Да я как бы тут надежда, лично я тут сижу. Только ради одного. Лично я сижу ради тонкоина. Три косындрыплы. Три косындрыплы — это хорошо. 100, но не 1000. Как и обещал, падает 100 тысяч, кекаем на все 100 тысяч. Просто моментально. Если даже у ласта чуйка была, ну как так-то? Ну 15 тысяч все равно не набздела. Чтобы еще один оборот делать. 7. Ну танк хорошо, танк мы сейчас вернем. Но суть в том, что... Пум-пум-пум. Пук-сиренька. Да, вы понимаете, что я имею в виду, ну. Вообще скам. А! Чё я напрягаюсь? Я почти подумал, что мне выпал танк, который я продал. Вот типа, ну... Ну типа, титан, чё? Но это не тот титан. Чё, блять? Два танка подряд. Да, ключи падали. КС и объект 260. И опять кал и баный. 500. Ну, скала 10 тысяч. Ух ты, колебан. А он у меня был. Еще один камуфляж. Все. 13900 тысячи не хватает. 1100 не хватает. Да? Ай, блин. Ну, они по 250 все, я так понимаю. 500. Да, они все по 500. Они тут все по 500. Боже, сидел, заикался, выебывался. Никогда не продам. Никогда, никогда. А, 1100. 1100. 1к не хватает. Да-да-да, я видел. Я серты помню. 1000. Ну, получается 1000. Тысяча — это значит что-то около 1000.
Боже, это такая лудомания. Это такая лудомания. Это все, это болезнь. Это мне лечиться надо. Я не лечусь, а мне надо. А я сижу и только радую свою лудочку. Лудочка моя паскудочка. Радуйся. Ну, тут уже все. Я уже даже продал танки. Да, сердце яйца тоже продал. Тут уже просто галимая габелла. Везет. 500, ну один танк вернем. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста. А, ну, космос из космоса, это нормально. 500, второй танк вернули. И теперь собираем на возврат третьего. Ну, давай, давай, давай. Глубок пораж ходил кое-что даже за того, что я свою мушку продал. Ну, о, почти, почти, почти хватает сейчас, чтобы вернуть все. Такая у нас. А, блин, я перепутал его. Лансен у меня есть. Я что-то подумал, что это этот Свей выпал. Я чуть не вскрикнул. Я подумал, это Свей. Лансен у меня есть. Блин. Ну, танки мы возвращаем точно уже. Один. Один. Девять кэсов. Ну все, слава богу, все проданные танки сейчас вернутся домой. Но подождите, еще не вечер под луной. Еще не вечер. Еще каки. Так. Давай десятку. Ну тут два танка тоже бахнуло, если что. Десятку. Нет. Десятку. Нет. Ключей нет. Вдох-выдох. И мы опять играем в любимых. Давай, пожалуйста. Игра, ну. Как же тяжело. Сиконяк. Ну это сиконяк. 200 кэсов, и мы идем лудить. Не идем, получается. Так, прямо на видосе. Как танки восстанавливаются? Я даже не знаю, как это делается. О. Все. Где-нибудь, когда-нибудь раздобудем еще голды. И будет все так классно. Но пока что... Пока что так. Вот видите, к чему доводит казино? Не играйте, дети, в него. Стояночка. Что здесь? Ай-яй-яй-яй-яй. Как же ты вовремя, дорогой ты мой человечище. У меня же как раз, смотри что. Их будет три. КС. Собери все говно. Так, 500, хуйня. Но есть вероятность еще, во-первых, тут. Тысяча. Пойдет. И отсюда танк, и мы крутим дальше. Не повезло. Но это фейк. 5000 надо. Спасибо, сутенер огромное. Спасибо. Мы же не могли не открыть вот эту штуку, правильно? Вот ее мы сейчас откроем. В надежде на что-нибудь синее, чтобы крутануть еще пару раз. Открываем. Сейчас тетрарха дадут.
Я вас услышал. Ой-ой-ой-ой, просто космос, брат. Это в натуре космос. Да. Распродано. Все, нету голды. Если вдруг появится голда, друзья мои, мы захерачим вторую часть. Пока. Пока на этом все. Всех люблю, целую. Надеюсь, замонтажить этот видосик пораньше.